старый состав, который был сформирован прошлой властью, и сформирован очень тенденциозно, должен был уйти. И должна быть сформирована новая избирательная комиссия, которая будет объективно оценивать результаты выборов. Поэтому у нас было очень много вопросов к прошлому составу, поскольку было очень много нарушений, особенно на Донбассе. И практически ни один сигнал наш не был рассмотрен должным образом старым составом ЦИК, и не было соответствующей реакции. Поэтому мы были за то, чтобы сменить ее и набрать новых людей, которые будут политически не заангажированы и отстаивать интересы избирателей, а не тех сил, которые ими там командовали.